Привет, мои хорошие! Вы на канале «Аксель на гриле». Время идет, и никуда не деться от того, что технологии новые идут с нами тоже в ногу. Все заменяет искусственный интеллект, и это никак не могло обойти наш канал. И теперь вместо меня будет вести все какая-то Кристина-робот. На самом деле я шучу, но мы действительно решили сегодня воспользоваться подсказкой GPT-чата. И я хочу спросить у GPT-чата сейчас. Скажи мне, пожалуйста, оригинальный рецепт шашлыка. Да, Кристина, у меня есть для тебя оригинальный рецепт шашлыка. Достаточно подробно, я хочу сказать. Ну что ж, мы приготовим сегодня именно по этому рецепту. Вот наш шашлык. Он переночевал под пленочкой в холодильнике. Ингредиенты для всего этого у меня есть. Я вам сейчас зачитывать этот рецепт не буду. Он у вас будет здесь. Поэтому вы увидите все, что написал GPT-чат. Я покажу вам ингредиенты, которые нам понадобятся. Конечно же, нам понадобится ошеек. Вкусный, сочный. Вот такой вот. Мы его нарежем кусочками. У нас есть 2 лимона, 2 апельсина, лайм. Я хочу сказать, что рецепт мне понравился, потому что цитрусовые, я думаю, очень даже прекрасно будут сочетаться. Потом это будет соль, тмин, перец, паприка, мед и оливковое масло. И у нас будет несколько зубчиков чеснока. Ну и приступим мы с вами, конечно же, с того, что мы нарежем мясо. Ну что, приступим, начнем нарезать. Изначально нарезаем как на стейк. И теперь каждый кусочек перерезаем. И вот это. Все, мясо у нас нарезано. Теперь мы начнем делать маринад. Берем наши цитрусовые и снимаем с них цедру. Вот таким вот образом. Так делаем с апельсина. Затем также делаем с лимона и с лайма. Хорошо, когда это делается на вот такой вот именно мелкой терке, потому как она так отдаст тот сок, который нам нужен. Теперь лимончик. Запах лимона такой классный пошел. Ой, лайм тоже очень приятный аромат. Смотрите, у нас и оранжевый цвет, и желтенький, и зеленый теперь присутствует. Теперь рассказываю технологию, как добиться максимально много сока из цитрусовых. Берем апельсин, надавливаем на него ладошкой и раскатываем как скалкой. Покачали. Теперь берем его, он становится мягче. Мы его перерезаем пополам и выдавливаем. Нет, не выдавливаем. Берем ложечку. И берем и вот так вот надавливаем на него, и как вышкрябываем этот сок. Вот видите, он такой прям
сочные-сочные. И по итогу, смотрите, наш апельсин становится выжатый апельсин. И сейчас приступим также ко второй половине и потом ко всем цитрусовым. Лайм более жесткий, поэтому вот этот вот метод для него вообще идеален. Так, все. Теперь берем мед. 2 ложки меда. Конечно же, жидкий. И 2. Следующее. Берем оливковое масло и добавляем 4 ложки. Две ложки соли на наше количество мяса. 1 и 2. Теперь по чайной ложечке берем паприка. 1/2 столовой ложки тмина. Молотый перец. Готово. И еще мы берем 4 зубчика чеснока. Очищаем его и нарезаем. 4 зубчика чеснока нарезаны. Добавляем их в наш маринад. Итак, у нас получается вот такая вот смесь, которая достаточно приятно пахнет. Мы сюда выкладываем наше мясо. Теперь мы все это хорошенечко перемешиваем. Честно хочу сказать, поприятнее пахнет, чем просто лук. И теперь GPT-чат сказал в конце уже самым добавить цедру, которую мы так старательно натирали с вами. И теперь все это еще хорошенечко перемешиваем с цедрой. Такой тропический шашлык какой-то у нас получается. Сейчас все это я обверну пленкой и поставлю в холодильник. GPT-чат написал, что лучше поставить либо на 4 часа, или, конечно же, лучше на ночь. Мы поставим его на ночь. А завтра с вами будем делать вкуснейший шашлык. И теперь только на вертеле. Смотрите, как много сока цитрусового. Я сняла пленочку. Отчетливый запах чеснока, но он перемешку с цитрусовым. Больше всего чувствуется такой яркий запах лайма с чесноком. Что, будем пробовать? Но изначально, конечно же, мы будем нанизывать шашлык. Берем вертель. Когда один раз попробовал сделать шашлык на вертеле, по-другому уже шашлык не хочется делать. Он божественен. Соки распределяются равномерно. Он настолько сочный. Единственная проблема вертеля, что он один. По поводу вот всей этой конструкции, на которой мы будем делать шашлык, вы посмотрите в другом нашем видео. Там я все подробно рассказывала. Ссылка будет в описании. Померяем, чтобы все у нас соответствовало размерам. Все замечательно. Единственное, я и в прошлый раз говорила, вот эти вот все кусочки, которые висят, их лучше обрезать. Мы сейчас вот этот вот обрежем. Все остальное
Хорошо. Включаем вертель и смотрим один оборот, чтобы все было в порядке. Все отлично. Наш шашлык готов. Мы выключаем вертель. Смотрите, какой он красивый, аппетитный. Я его забираю и по классике убегаю с ним есть его. Сок капает. Красота. Так, пробуем. Очень интересный цитрусовый привкус. Чеснок не чувствуется, а цитрусовые нотки, они достаточно интересно сыграли вместе со свининой. Мне нравится. Интересно, необычно. В шашлыке эти нотки, но GPT-чат знает свое дело. Пробуйте, делайте. Действительно вкусно. Смотрите, какой он красивый получился. Однозначно нужно пробовать, нужно делать. Возможно, не постоянно по этому рецепту, но как что-то новенькое и интересное я рекомендую. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте пальчики вверх. А я с вами прощаюсь, но только на сегодня.